Йоу. Вы на канале Вака, и с вами Серенький Волчок. Сегодня будем узнавать реакцию кусания за бочок. Поехали. Разрешите представиться. Я. Как вы думаете, кто? Правильно, я собачка. А вы готовы к встрече Нового года? Что? Не слышу. Что? А вот сейчас я это проверю. Посмотрю, какие вы дружные и внимательные. А теперь повторяем движение за нами. И поехали! Раз, два! Сейчас мы проверим, кто подписан на канал Вака. Со мной. На канал Вака подписан? Ты что, дурак? Я что, за бок укусить? Нет. Все здорово, сегодня бежим. 2 км. И маскарад, я сегодня буду в роли Деда Мороза. Так что посмотрим, что это все. И серый волк. Серый волк. Давай. Покажем молодым, как бегают и кусают за бочки. Внимание, все, кто приготовился к Новому году. Преодолели темные силы, а сейчас минутка волшебства. Нам, вы помните, необходимо расколдовать волшебный замок. Видели мы проект. Сильно молодой Дед Мороз. Привет. О, привет. Мы на канале Вака ТВ. И с вами Серый Волк. И сейчас мы будем брать интервью у кращого спортсмена року. И студента також. И вообще людини. И вообще. Всего. Итак. Здравствуйте. Я извиняюсь. У нас все разница в росте. Пару вопросов. Да, слушаю. Есть ли новогоднее настроение? Присутствует, но, конечно, могло бы, было быть и лучше, если бы я был бы ребенком. Так как я уже чуть-чуть вырос, и уже мне не 12, то чуть-чуть оно уже не такое, как было раньше, скажем так. Окей, раз тема за детей пошла, как ты относишься к такому выражению, как первые 40 лет детства в жизни мужчины самые тяжелые? Я думаю, что 40 лет это вранье, я думаю, до конца своих дней мужчина остается ребенком, потому что я знаю очень много мужчин, дедов, которым уже по 70-60 лет, и они все еще ведут себя как 15-летние дети, так что детство у мужчины продолжается всю жизнь. И, пожалуй, последний вопрос, это даже не вопрос, это желание. Что может сказать лучший спортсмен года и студент года пожелать в новом году всем спортсменам? Всем спортсменам я желаю в первую очередь рекордов, во вторую, конечно, здоровья, чтобы не было травм, ну и чтобы все у вас было так, как вы хотите, и в спорте, и везде, потому что после спорта идет обычная жизнь, и в обычной жизни тоже нужно достигать определенных целей. В общем, всего вам самого наилучшего в новом году. Давай, Серега, поделись конфетами, слышишь?
Наступна номінація. Огляд конкурс Миколаївської зімної конфети. Новогоднє настроєння є? Є, звісно. Я вже хотів знайти пожелання в новому році спортсменам. В першу чергу, це, звісно, здоров'я, щастя, везіння, успіхів і всього найкращого. Просто, це шик і блеск, спасибо. Я, звісно, розумію, але я краще вас во всьому, тому я маю сидіти з вами. Я все вмію. Між двома зірками третя присіла, щоб сіяти ще ярче. Давайте по-простому, новогоднє настроєння є? Нет. Нет. Так, вам что, его найти? Давай. Понятия. Я потом вспомню пару анекдотов, расскажу, может появится. Ну что, лучшие спортсмены года? А может и столетия, а может и десятилетия. Что вы пожелаете другим спортсменам в новом году? Успехов. Нет, еще труда. На самом деле есть такая поговорка, без труда не выкинешь рыбку из пруда. Сильно? Да. Могу пожелать то, что... чтобы они были настойчивыми, добивались своих целей и всегда были собой. Новогоднее настроение есть? Конечно. А почему его не настроение? Конечно, я же появился, новое настроение тоже появилось. Да. Значит так, ребята, что вы хотели бы пожелать спортсменам в новом грядущем году? Побольше, ну, больших результатов, маленьких жоп, вообще во все смыслы. Как бы, что еще, а все остальное приложится. Настя, что вы там пожелаете? Давай, только так, чтобы ваша слеза потекла. Да. Пожелаю медали. Блин, я стесняюсь. Она желает вам медали и не стесняться. Не, я желаю вам еще рекордов, главное рекордов. Счастечко, здоровечко. Настроение, что оно есть? Вот видишь, как бы твой праздник. Ну вот следующий твой. Что будем делать? Спасибо. Я всегда знал, что волки и собаки это сродни были похожи. Давай, братуха. С вами был канал Вака Спорт. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи в новом году. Мы желаем вам новых успехов, новых совершений, больших поднятий на гору и маленьких, и не совсем маленьких, всяких успехов. Всякой работы и всякой силы. И ловите подарки под елкой. Всем пока. В первую очередь хочу поблагодарить Серегу и Екатерину за помощь в создании видео. И, конечно же, лично от себя хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать побольше ярких и красочных дней, здоровья, успеха и всего того, чего не хватало в старом году. Всего самого лучшего и до новых встреч в новом году.